В Новосибирске в понедельник вынесли приговор водителю, который летом прошлого года сбил 4 человек на остановке. Тогда погиб 1 ребенок, еще 2 несовершеннолетних и пожилой мужчина получили тяжелые травмы. Как выяснила экспертиза, управлявший машиной молодой человек в тот момент был в наркотическом опьянении. За аналогичные преступления он уже ранее 2 раза был лишен прав. С места происшествия преступник сбежал, задержали его через несколько часов, он скрывался на детской площадке. По приговору суда ближайшие 6 лет и 10 месяцев он проведет в колонии строгого режима, его на 3 года лишили прав, а родителям погибшего мальчика он должен заплатить почти 2 миллиона рублей и еще более 1 миллион в качестве возмещения морального вреда пострадавшим.